Всем привет! Информация о погоде на выходных в пятницу. Это очень важно. Так что давайте тянуть не буду, сразу об этом. Завтра, в субботу, днем у нас плюс 6. Вроде бы надо обрадоваться, но синоптики пообещали нам мокрый снег, дождь и порывы безумного ветра до 18 метров в секунду. А вот в воскресенье уже можно гулять плюс 9 днем, ветер ослабнет и солнце даже немного выглянет. В понедельник еще теплее, до плюс 13, прям по-весеннему хорошо. Но, честно, на улице пока прохладно, а вот дети любят гулять в любую погоду. А каждый родитель хочет, чтобы его ребенок оставался активным, веселым и не пропускал учебу. А помогут в этом живые пробиотики. Биовестин для детей, удобная упаковка и приятный молочный вкус. Кстати, еще и аппетит улучшают. И до 7 апреля действует акция, цены снижены на 20%.